Снег и гололед стали причиной крупной автомобильной аварии в Алматинской области. На 25-м километре трассы Алматы-Бишкек столкнулись около 10 автомобилей, в том числе пассажирский автобус. Буквально через полсотни метров произошло столкновение еще нескольких автомашин и рейсового автобуса. Участниками ДТП в общей сложности стало порядка 15 авто. Многие из них серьезно повреждены. Из-за происшествия образовался затор, но сейчас движение на этом участке уже восстановили. Как утверждают в дорожной полиции, вчера на этой трассе зафиксировали 34 аварии. Жертв пострадавших по обоим фактам ДТП нет. С начала этого текущего года у нас на территории Алматинской области из-за этих снегопадов, всевозможных гололедов, у нас произошло более 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло более 30 человек, и 180 получили различные травмы.